И снова здравствуйте. Делаем сундук, продолжаем делать сундук. Именно в семерочке. Извините, что не в 2019. Уже объяснял почему. Так, ну что, давайте немножко преобразим это дело. Повернем вот так вот боком. Подгоним. И давайте теперь Ctrl нажмем, возьмем циркл вот этот. Вот так все это дело замаскируем. И теперь вот серединку вот эту всю выберем. Конечно, можно накладки сделать уже, опять же, вычитанием. Сделать сейчас, допустим, дубликат вот этого, вот этой крышки. И сделать ее чуть побольше. И вот эти части, короче, вычесть. И будет все классно. Можно именно маскированием. Так, добавим Ctrl-W. Не будем жалеть. Смотрим, что тут да как. Сделаем на всякий случай еще Dynamesh. Добавим Ctrl-D. Вот теперь нормально. Опять все это дело повторим, замаскируем. И вот так вот все это дело выберем именно Ctrl-Alt. Вот так вот. Следом что делаем? Берем теперь Ctrl и ставим Rect. И вот так все это делаем. Здесь тоже выбираем Ctrl-Alt. Вот такая уже штукенция получилась. Ну и теперь нижнюю часть надо тоже преобразить. Давайте опять же ректом. И вот так все это дело. Именно по глаза. Высоко не надо это делать. Ну вот так где-то. Теперь вот что можно сделать. Можно вот эту середину увести. Заходим в деформацию и inflaten. И вот так все это дело можно середину убрать. Вот так вот. Красиво все, прикольно. Можно наоборот вывести уже, если сказочный какой-то сундук будет пиратский, то можно уже сделать вот эти вот бока пышнее. Так, ну давайте сначала все преобразим. Так, Ctrl-Z и назначим полигруппу. Ctrl-W, потом посмотрим сейчас, что у нас получилось. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Назначим Ctrl-W. Посмотрим полигруппы. Вот так вот разбили на полигруппы крышку. И теперь то же самое сделаем с нижней частью нашего сундука. Саптулы. Переключаемся на нижнюю часть. Опять же, давайте сделаем еще раз Dynamesh. И добавим дивайдов. Пусть их будет побольше. Маскируем все вот это дело. Ну и попробуем что-нибудь прикольное тут выбрать. Так, квадратом не будем, наверное. Давайте круг попробуем. Вот так вот его сделаем, чтобы он бока захватывал. Вот так. Ctrl-Alt. Наверное, будет прикольно. Так, а здесь сделаем уже не кругом, а сделаем, наверное, квадратом. Ctrl-Alt. Вот так вот. И низ тоже сделаем маской. Вот так. Ну, теперь попробуем опять же инфлатеном. И бока вот эти все уведем. Деформация, инфлат. Уводим. Вот таким образом.
Ну ничего так прикольненько. Так, теперь надо вот здесь вот добавить ножки. Делаем вот так. Делаем вот так вот. А здесь вот так вот это все дело выберем. Ctrl-I. Давайте опять же инфлатоном. Вот так все это дело сделаем. Вот таким образом снимем выделение. И, наверное, сделаем полиш. Вот так вот. И также полиш давайте сделаем, наверное, крышки. Чтобы она мягче смотрелась. Прикольнее такая будет. О, уже нормально. Смотрим, что у нас с ножками. И немножко их, наверное, подрежем. Саптулы. Вот так вот. Так, добавим Ctrl-W и еще немножко Ctrl-W. Ну ничего, так смотрится, уже прикольно. Все, всем пока. Вот такой вот способ декора.